в городишке не людям, где дома штуказаны, и тянет дымом наступающей зимы, тянет влажным снегопадом и порядком вопреки, тянет ночью к дублю. Пардон, дубль в два. В городишке нелюдимом, где дома штуказаны, тянет дымом наступающей зимы, тянет влажным снегопадом и порядком вопреки, тянет гость к людям, к надам, чтоб от сердца, чтоб с руки, надев зипу на вате, а положив карман леща, дядя Вася тоже к людям подался. Он пройдет четыре дома, что-то вспомнит и свернет, а добежит до гастронома, тройку маленьких возьмет, выйдет радостно нежданно, да свернет на полпути. Беломор закурит жадно, да смекнет, куда идти. Ну кому какое дело разговоры с ним сводить? А дяде Васе надоело ничего не говорить. Ой-ой-ой, рассказал бы он молчально, выпив для прилива сил, как в команде погребальной, а по Европам колесил. А когда, что теперь об этом, слава Богу, пронесло, хоть полковник с пистолетом как-то целился в него, как пришел на попелище, снял погон и начал пить. Ну да он теперь не нищий, чтоб об этом говорить. А вот стоит он при запасе, четвертинка лечь да грусть. А пожалеете дядю Васю, не с кем душу развернуть. Ой-ой-ой, в городишке нелюдим, где дома штуказаны, тянет дымом наступающей зимы. Тянет дымом наступающей зимы.